Мы приехали на детскую площадку. Побежали, смотри. Видел? Ты видел, на одном колесе ехал. Пошли. Смотри, еще один. Какой красивый парк. Скорее сюда. Смотри. Такие туфельки, смотри. Это, наверное, гордо там. Вау, воздушные шары. Туфельки, там. Цветочки, что хочешь. И здесь такая лестница. Ну, поехали. Вот окошко еще есть. И тут окошко есть интересное. Я вижу, окошко есть интересное. И как по канату вниз лезть? Как канат? Книжка? Молодец, молодец! Супер!
Молодец. Мама, ты там? Посмотри лавочку. Посмотри на эти шары. О, вот и горки. Надо проверить, скользкие они, быстро или нет. Ну что, поехал? Едь быстро, на спинку. Не едет. Много букв. Можно здесь учить буквы. Давай здесь посмотрим все. Там вниз держись, не упади там. Ой, как нам слезть? Мам, на меня снимай. Давай, да, давай, держись. Не спеши только, это мы не гонку устраиваем. Стой. Давай. И папа сейчас поедет. Я едет? Первый. Папа наш сейчас поедет. Вот и наш папа. Ого. Папа маму током стукнул. Что стукнул? Смотри, Максим, курочка, Максимочка. Максим, видишь? Курочка вот. Это, наверное, домик для курочек. Хочешь туда внутрь пойти, Максим? С тобой пойти? Папа не смог залезть. Наверх можно? Ну, полез. Конечно. Давай, давай. Ой, смотри, что было. Yeah.
кашу. Что ты там видишь? Курочку видишь? О, вот еще горка. А ну, быстро. Смотри, лесенка какая, Максим. Ой, стукнулся? Стукнулся. Смотри, вот интересная лесенка тут. А какая здесь площадка вся разукрашенная цветными цветами. Я поехал, встречай пап. Я тебя видел. Смотри, есть будка для собаки. Косточка под разным цветом. Смотри. Косточки разных цветов. Для него это ступенька. Площадке играется, да? И столько деток пришло играть, поэтому собачка будет где-то играть. А когда все уходят, то... Слизь! Завтра все занят и занят, нельзя на нем посидеть и порулить, да, Максим? Будет сейчас там мотором дрычать. Ну проверь, что там внутри есть. Сначала разберись с механикой, а потом пойдешь учиться рулить. Нету педальки. Как тебе эта площадка? Нету педальки. Нету? Так ты же здесь мотор, ты должен просто дрычать. Необычный трактор, можно их сверху можно перебираться с одного на другой, видишь? Я не думаю, что ты залезешь. Видишь, какие здесь миллионы? Становись на вот эти.
папа. Наконец-то место освободилось, и Максим сейчас порулит. Ну вот, сел. У тебя хорошо получается, молодец. Температура, уровень масла и уровень бензина. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал! Пожалуйста, напишите нам комментарий, ставьте лайк и поделитесь этим видео!